Заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цегельник рассказал, что за последнее время в России, в том числе и в Кузбассе, коронавирусом стало болеть больше молодых людей. При этом вирус изменился и стал переноситься в разы тяжелее. Цегельник подчеркнул, что на эту ситуацию повлияли новые штаммы коронавируса. Новые штаммы коронавируса, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, существенно изменили картину заболевания. И группа заболевших сместилась в более молодые возраста. Это четко зафиксировано Министерством здравоохранения. Сегодня удельный вес людей старше 60 несколько снизился, и существенный прирост молодых, причем молодые болеют по-другому, и некоторая часть из них болеет достаточно тяжело. Поэтому мы понимаем, что здесь у нас, естественно, работают трудоспособные люди, это относительно молодой возраст, тем не менее их защита является не менее важной задачей, чем защита всех остальных. Власти Кузбасса активно призывают ставить прививки и соблюдать все санитарные меры. К сожалению, с начала июня заметен рост заболевших, причем показатели уже почти дошли до пиковых значений в течение осени 2020 года. И напомним, что на этой неделе в регионе ужесточили ковид-ограничения, отменили многие общественные мероприятия. Оперативный штаб по ковиду вновь перешел на круглосуточный режим работы. Галина Ильина, Ленинск ТВ.